Never to никогда blame, не винить других. Таков образ мысли Гопи Браджа. Никогда не винить Кришну. Порой в состоянии любовного гнева они могут что-то сказать. Ты пришел, ты явился, мы читали о тебе в Пуранах, в книгах, где говорится о том, как ты воплощаешься в этом мире для того, чтобы спасать людей, спасать страдающие души. Разве мы не включены в этот список страдающих душ, которые нуждаются в спасении? Говорится, ты спаситель падших, мы упали, погрузились в океан разлуки, разве ты не спасешь нас?